Учителя и учащиеся школы номер 7 активно голосуют. Явка на избирательный участок 100%. Через несколько часов голоса подсчитают и объявят результаты. Кандидат на пост президента Изабелла Андреасян, ученица 9 класса, еще не знает. Она набрала в 2 раза больше голосов избирателей, уверенно оторвавшись от конкурента. Активная девушка, красавица-вокалистка, сейчас участвует в конкурсе в Санкт-Петербурге. Развитие творческих способностей в таланты – одно из направлений ее программы. Президент детской школьной республики – это своего рода тот лидер, за которым идет детский коллектив. И, естественно, этот лидер должен находиться во взаимодействии не просто с одними детьми или с какой-то кучкой детей. Он должен уметь организовывать массовые мероприятия, направленные на здоровый образ жизни, на повышение качества успеваемости. Ребят в школе приучают выбирать лидеров и проявлять качество организатора на высшем уровне, нести ответственность за свой выбор школьного правительства. На Кубани это в первый раз всеобщий, всекубанский день голосования среди школьников по выборам школьных лидеров, как бы школьных президентов. Для детей, я думаю, это будет очень интересно, потому что дети первый раз в своей жизни голосуют, тем более старшеклассникам, многим уже сейчас 16-17 лет, через год-два они также смогут принять участие уже в совсем настоящих выборах. И это для них как бы хороший жизненный опыт. Президент школьного самоуправления выбран. Теперь состоится инаугурация, а вскоре